Покупка за биткоин с помощью всего одного клика. Британский стартап Revolut подал заявку на получение банковского лицензирования. Стартап уже смог привлечь более 950 тысяч пользователей со всей Европы. Клиенты приложения Revolut смогут произвести обмен валют, международные денежные переводы и другие транзакции без комиссий, в том числе и в криптовалюте. Планируется, что преобразовывать традиционные деньги в криптовалюту можно будет прямо в приложении. Сейчас трудность состоит в том, что когда я плачу за что-то в интернете, с меня взимают комиссионные сборы. Мы планируем сделать собственный счет Revolut для каждого бизнеса. Они смогут разместить на своем сайте кнопку «Оплатить с помощью Revolut», и деньги будут переведены от клиента к компании без посредников, сказал основатель Revolut Николай Сторонский.